Всем привет! Всем привет! У нас опять выходной очередной. Устали. Да, и сегодня мы едем в зоопарк. Закончила, короче, Марьяна школу, закончила с отличием, одни единички. Поэтому мы решили сделать ей такой мини-подарочек. Ну и себе тоже поехать в один из лучших зоопарков мира. Целой Европы, входит все-таки в пятерку лучших в мире, и будем сегодня гулять в зоопарке. Так что смотрите с нами наши прогулки. Ну рассказывай, кого ты там ожидаешь увидеть в зоопарке? Крокодилов, лемуров, львов. Крокодилов? Я не помню. Ну, сейчас будем смотреть. Это зоопарк. Крокодилов, то не лемуров. А еще кого? Львов. Львов? Жирафы, слонов. Ну, жирафы, слоны там есть, жирафы, по-любому, там много их. Пингвинов. Да? Пингвинов. Ну, сейчас будем смотреть, сейчас приедем, посмотрим, кто там у нас есть. Да? Ну, окей. Ну что, друзья, мы уже на вокзале на Дрожжегодичевице. Отсюда держать путь будем в зоопарк. Автобус 112, и вот будем на нем ехать. Поэтому такой вот путь, метро, красная линия на Дрожжегодичевице, а оттуда уже на автобус 112. Короче, сели мы в автобус, едем в зоопарк. 8 минут ехать автобусом. Автобусы ходят каждые 3 минуты, так что тут миллион. Автобус номер 112 под метро. Прага на Дрожжегодичевице, красная линия. Так что увидимся в зоопарке. Это наша очередь на зоопарк. Людей куча, выходные. Так что будем дожидаться своей. Но двигается быстро. А вот тут, кстати, у нас есть аллея звезд. Звезд зоопарка. Тут фламинго, медведь. Дальше кама какая-то. А дальше карлик. И в каком году они прибыли в зоопарк, да? Послушай, так они именованные все, по имени? Да, кунь Пржевальского, Джино. Таких вот тут куча интересных вещей. На всякий случай, правила поведения в прошлом зоопарке. На русском языке, так что можно изучать. Ценники 250 за доспелого и 200 за детский. За детского. Смешанный чешско-русский язык. За доспелого. Проходи. Добрый день. Два доспели и один детский. Заплатим и карту, попросим. Thank you. Have a nice day. Так, кто у нас где? Гориллы, апичи, тучняк, детский зоостаток. Идем, смотрим. Тут пингвины бегающие должны быть. Да, вон пингвины. Территория, короче, здесь очень большая, 60 гектаров этого зоопарка. Тут можно заблудиться, целый день можно ходить и не обходишь. Народу тоже много. Представление от пингвина.
Ты тут под водой посмотри. Да-да, лапки такие, смотри, вообще. Играется, да? Играется. Как он так открылся? Короче, идем, куда глаза глядят, потому что построить какие-то там четкие для себя планы, куда идти. В принципе, указатели все тут есть, но тяжело, конечно, потому что глаза разбегаются, направлений миллион. Вот мы сейчас стоим на раздорожье, тут, в принципе, туда, туда, налево, направо. Так что гуляем, короче, гуляем по зоопарку. А вон мышки, которых орлы кушали. Вот так вот. Идем дальше. Ну как тебе тапир? Как слон. Слоненок. Слоненка сейчас мы увидим дальше. О, а тут у нас козочки какие-то. Там сухо вообще. Сейчас посмотрим. Так, это ситатунга западоафрицка. Ситатунга. Какие-то олени, нет? Там еще птачек какой-то. Ага, это какая-то цапля. Да нет, это не бе. А это, смотри, марабу африцкий. Марабу. Да. Кстати, здесь рассказывается, кто у нас, что. А вон он. И вон. Живут они вот здесь, в основном, в Африке, видишь? А марабу вот по всей Африке тусуются. 7380 человек пришло. Здесь вот показывается, сколько человек зашло сегодня в зоопарк. 7000 человек. Умножьте примерно на 200 крон примерный вход. Вот и посчитайте, сколько денег зарабатывает зоопарк. Ну, понятно, что очень много еды нужно покупать. Там продукты очень много тратится. Не, ну, крутой зоопарк, он такой, конечно, стоит. Походить хотя бы даже разочек, посмотреть, что и как. Кому зоопарк, а кому полазить, да? Где-то свои взгляды на зоопарк, у родителей свои. Вот уточки обычные, с маленькими уточками. Малыши. Каждый в деревне такой, наверное, зоопарк свой. Да, там кролики, он, смотри, бегает. Тут бассейн. Угу, бассейн, детский зоо. Так, там кролики у нас. Кто это у нас здесь? Пеликаны спят. Розовые. Белые. Красивые. Лещу посмотреть. Смотри, какие.
Желва Санта-Кружска. Ничего себе, черепашище. Представь, какая. От 100 до 350 килограмм. Вообще большущая такая. Лев индийский. А он, смотри, где он спрятался. Лёва. Увидела? Нет. Да вон он лежит, спит. Вот, смотри, смотрит она. А вот смотрите, кстати, лев индийский. Вот он, моет окна. Похож. Похож? Грива такая же. Загорают. А, живой. Отпочива. Где? О, смотри, какие. Вот они. Кушают. Козорожец кавказский. Смотри, какие. Сидин, малыш, смотри. Зачем ему куда вставать? Жарко там, отлично. Бассейн свой. А вот и верблюдик. Красота тут, конечно, в таких видах. Да-да, видончик на горы. Ну что, друзья, вот такое вот у нас вышло путешествие в зоопарк. Мы же тут блукаем несколько часов. Четвертый час, да. Интересно, конечно. Много зверей, много видов. Есть что посмотреть. Лучший зоопарк в Европе и в мире. Роют и там роют. Что-то смешное. Я же услышала собаку и так, наверное, скажу.
Вон, смотри. Ой, переката как будто. Это псоун. Я жарила луговая собачка. Ну да. Так что, ребятки, приезжайте в зоопарк, не жалейте денег. Это того стоит. А? Было два. Сейчас один. Ариана вылетит. Он вылетел. И побежала. Видела, загорает. Ага. Как статуя. Большой у них росток. Они сами... У них горка есть. Ну да. Вот и закончилось наш поход. В зоопарке. Было круто. Приедем когда-нибудь еще. Когда-нибудь. Всем пока! Ну а еще мы, короче, решили зайти в Троицкую заграду. Тоже очень красивое место. Напротив зоопарка.